Харман Гандон. Что он хочет? Что? А что он выкинул? А, у него там строчка идет красиво. 3D изображение, что это? Ебать качество. О, ебать, здесь манишки какие-то. Арман нужен. Такашка и пора совместно усилим сделать. Ах. Неужели он за своей машиной сел? Ах, блядь, неужели я еду на ней, брат? Зальфайт руль новый, брат. Эй, бро, я слышал, ты любишь играть в CS, но твой инвентарь похож на коллекцию самых дешевых скинов в мире. Сейчас мы в два клика исправим эту ситуацию. Слушай внимательно и повторяй за мной. Первое. Опустись в закрепленный комментарий, хватай промокод и переходи в наш телеграм-канал. Второе. Переходи на сайт. Третье. Нажимай на кнопку «Пополнить» и вводи промокод, который я для тебя оставил в закрепленном комментарии. Четвертое. Забирай халявный скин к себе в инвентарь, а дальше либо выводи, либо подними еще 10 таких. Все зависит только от тебя. А если ты хочешь сделать свой инвентарь, как у шейха, просто поднимай любимые скины в лучших режимах на CS GO RUN. Бля, я скажу, она мягкая. Бля, у нее ебать. Бля, в целке сижу, прикинь. Брат, поздравляю тебя. Поехали, полный бак ебанем. Не, брат, пока нет, пока просто выкатаемся. Без меня полный бак залежь, ты гандон. Хорошо, брат, я не буду пасти сюда. Бля, не в Германии, братишка, будет, ты в России. Братухана, в России, брат, сейчас столько нарушений будет, охуеть. Хесу салами, не забывай про обкату. Хапкатка армянская сейчас будет обкатка, подашь? Ау, поправила меня машина. Да? Да. Бля, здесь вода что делает? Ау, пиздец, бля. Я уже хочу газ задать, нахуй я купил, бля. Как овощ ездить надо? Ау, тормоза, нету тормозов, бля. Чё, меня обкатали? Бля, надо сейчас всё это обкатывать, бля, нахуй я купил. Дайте мне какой-то сарай машину 1100 километров, чтобы я обкатывал. Ах. Да, похуй. Почему ковши нету? Нахуй нужны эти? Нахуй ковши эти ебаные. Ау, бля, ебать. Видишь, брат, Равшан тильтовал. Пацан даже на фулках, понял? Вот здесь вот этих нету. Понял, да пошли там? Они нахуй, мне ничего не надо здесь, блядь. Здесь надо, чтобы... Ау, блядь, ты чё, охуел меня? 800 сил, что было, брат. Ну, брат, клянусь, тормозов нету, брат. Азри показывает, кто присел, кто нет. Вот Тамара даже пишется, прикинь, Тамара, Адам. Имена даже людей на это верят. Ау, телефон заряжается там, смотри, в этом. Да. Охуеть, первый раз вижу эту хуйню рабочую. А вот это чехол оригинальный, видишь, 1200 рублей дал. Не, 5000, ты же мужчина. ПМВ без чека не мужчина. Нету, брат. Не, пока, эта машина пока овощ, братва. Пока я ее не это пока, знаете, это младенец пока. Да, ну как-то странно звучит, ну ладно. Ну, короче, только реально с родома выкатили его. Адам, как тебе? Да, Арда, вот сейчас подумай, да? А чё, Гива где все? Они в машине, брат, ну как мы сейчас столько народу посадим? А поместимся, чё страшного? Резиновую встречку не поймай, это сейчас будешь катать всех, блядь, по одному. Ау, брат, а, поехали, брат, фуру сейчас, сура фурщик достанется. Слушай, ну нормально, честно говоря, после пятой думал не очень будет. Да не, бля, сейчас привыкнешь, заебало. Сзади как, Адам, тебе удобно? Бля, брат, я полный этот, вот ногами делаю. Ну я еще не BMW стойку сделал, я еще да, такую. Даже если сделаешь, у меня Тамара, комфортно сидишь? Еще рука залазит, понял? Очень хочешь, нужно пайпы кинуть и вот здесь боком пройти, от бордюра до бордюра, или в бордюр. А у Тамара сейчас на какие-то, блядь, олигархическим движением будет двигаться. Да, брат, ну пока нельзя говорить. Да, ранее, имею в виду, с М3 будет выходить, да, на уме. Да, косметологи, сейчас приеду. На каблуки тоже оденет и будет рвать тебе в коврике. Ну, это очень сильно смотрится. Бля, она очень хорошая. Поправила тебя? Да. Представь, как мы вчера аккурат тормоза. До пола не ебашек. Вы потом, как у меня тоже. Я умею обкатывать. Это сессор? Тормоза умею. А, это кнопка. О, она глушится, брат. Выруби, да, эту хуйню. Где это? Вот. Или она на спорте не работает? Надо пойти прошить. Вот это как на рестайлинговых эмках. Так, я обязан вот этот трек для моих родных. Авто аж блюш. Это все надо в пленку кидать. Прям все надо в пленку кидать. Я записался, что брат, это? Надо все просто поехать и все. BMW, аж fuck you. Ау, алло, алло. Брат, обязан пацанам, обещал мне сделать. Поздравляю, спасибо, спасибо, братья. Ебать, Вася. Вот это целка. А это надо, шикарно. Брат, подсветка работает? Да, работает. Ну что, добро пожаловать в семью М3. Какие? Даже слово, даже языки. М3 Competition. 80. Сколько пробег? 80. Бля, я впервые хочу, чтобы пробег 7. Быстрее накручивался бы. Здесь, да, здесь хочется быстрее. 87 км. Машина чуть грязная, только-только встретили, короче. Понял, Лариань, по-моему, по. Брат, тихо-тихо. Ау, брат, забыл уже, как здесь все. Вот, подожди, ну проверим. Пока только так, не могу жесткий хард делать, понял? Да, мужчинский хард не можешь пока. Пока такой женский. Ебать, я такой. Аккуратный, такой, знаешь, тик. Какой тик. Так, ну что сейчас? Мне надо с документами решить. Уже делается. Чтобы мне показывать.
Да, я понимаю, сейчас решим. Четвертое движение. Хуазиха. Нормально, братишка. Еще подскажешь мне. Нормально, позвони. А не, брат, просто на стриме, понял, неохотно. Позвони, позвони. Хотя, похоже, контент, да? Ебись, ой. Короче, тормоза как обкатывают, давай буду рассказывать чуть-чуть. Объясняй. Смотри, людям. Даже это не важно, новая машина у вас, старая. Новые колодки опорные поставили. Новые колодки поставили, уже надо обкатывать тормоза, их нужно правильно пропечь. Я свои на Ягуаре пропекал, когда после воды достали, я вот так делал, понял? Вот так, чуть-чуть, тихо, так, чуть-чуть, без резких торможений. Интервальное торможение. Аккуратно, как АБС. Когда шашкуете, да, чуть-чуть, вот так. Подожди, конечно, это АБС, вот так делайте. И пропекается. Объясняю, если просто вы их перегреете хоть чуть-чуть, у вас образуется пленка ненужная. Пеленка. На зеленый рот, спасибо тебе большое. Брат, надо просто воды купить и все, я просто не могу. Вадя пишет, хуйня машина, покупай Audi. Правильно, брат? Давай, когда хорош пошли. Бля, брат, вот я в ней сижу, да? Запах новой машины, это вообще пиздец, брат. У меня не хватит. Знаешь, почему запах машины? Это же мы долбой бы передушились нахуй. Я чувствую все, брат. Ты еще, брат, как здесь не почувствуешь, все силы сразу будут почувствовать. Мы долбоебы передушились, это ты. Очень, себя, очень сильно виднеется руль. Под капотку глянуть? Да, под капот. Он себя выливает всегда, когда из дома выходит. Блядь. За сколько продать ее, пацаны? А сколько забрали бы в ней? 75 тысяч хватит? Рублей? Да. Так, а ну надо плейлист один дать. Бля, ну она едет, цена сейчас 14-13,5. Проверка, проверка. Бля, хорош, мягкая, брат. Пока да, брат, пока не в этом, не на этих, не на пружине. Ренат лох, опять без машины. Первый раз в жизни, брат, я без машины. Первый раз в жизни на стриме. Чьем-то. Первый раз в жизни без машины, мне пишет опять Ренат лох без машины. О, ФК деньги-то. Не-не-не, это просто... А, бля, я думал, это... Ну, Сэм, я зайду в хату, посплю, рад. Да, конечно, заходи, Сэм. Заходи, Сэм, да. Спрашивай, пароль знает, вроде? Вроде нет. Пацаны, мне что пароль от Сэмхады? М3. Этого хуй привычника стоит на голову, блядь. Херня, брат. Алькантара вот была вообще пиздец был. Что, ну либо я жирный. Он не знает пароль, брат. Я тебе напишу, брат. Сейчас он тебе напишет телегу. Либо я жирный, либо ковши здесь узкие. Жопа, вам общаемся? Брат, я очень удобно сижу. Брат, я тебе говорю, вот первое время будет непривычно. Потом я вот на... Поездил на G20, поездил на Равшановской, мне очень комфортно уже сидеть. Наверное, я следующую машину возьму М8. М2, вернее, Competition новую. Ты не пизди, блядь. Да, да, М2. Ты, я знаю, что не перевариваешь М3, М2. Как и я, в принципе. Ну, новая. Я хочу ее заснять, как она в потоке виднеется. Я сейчас вон туда встану, ты прямо подъедь ко мне. Да, подожди. Нормально, нормально. Выходи. Резко, ай, блядь, сука, должен же был закрыть дорогу, ёбашь. Ебать, она в потоке виднеется. Охуеть. Ебать, она виднеется, Вадя. Езжай, езжай. Ебать, машине литр, Ван. А чё она? Ебать, она пописала. Шма, она утопленник. Литр воды вышел. Прикинь, сколько в бедолаге конденсата, я в ахуе. Да какое масло, долбоёбы. Она, бедолага, столько стояла в ней, столько ну... Страховку сделать, все сделать. Все надо сделать сходу. Я сегодня займусь. Все же это его М3, да. Бля, я знаешь, что умер, брат, когда ты вчера в кружок телег сделал? Все по воле Всевышнего. Брат, тут так и есть, брат, а что, не так? Видишь, она же не просто так столько времени. Бля, какая она. Бля, клянусь, вот знаешь себя, какой я долбоёб, понял? У меня сабора не хватило, бля, блин, через 200 километров. Я понял, что я ошибку сделал. Что я... О, слепая зона есть, у меня первая машина, не слепая зона есть. Оказывается, она реально почти фули. Вот, смотри, слепая зона, смотри. Да, да. Почти, а чего здесь нет? Бля, не работает. Загорается, а так машин справа нету. Будет к семерке прижмись. Не, не пока. А чего здесь? И на поворотник направо включи сейчас. А, да, мы расширили. Работать. Вы есть, его, короче, работать, его надо замывать. Короче, этот, Рина, я понял, что я совершил ошибку. Единственное, с этой машиной. Думаю, вы скажете, какая. Кореш, братишка, мы едем на М3, а где твоя М-ка? Кореш, заебались ее ждать. Да, кореш, дай бог, тебе твой придет. Я охуеющий за машину, бля, я сейчас кайфе сижу. Алексо, ебанутая тачка. Я пока вообще не понимаю, понял? Ну, типа вот, ну, как она ебашит, как она едет. Мне даже газ не надо нажать. Я как евнух ебаный, бля. Типа, есть хуйня, я не могу ничего сделать, бля. Кореш. Адам здесь. А там здесь нету, понял, вот этого? На мониторе здесь кожа. Расширенной кожи здесь. И вот здесь кожа. И все, блин? Да, и все. Ну, по большому, да, брат, а по маленькому хочется. Бля, подожди, а у нее есть проекция или нет, я не вижу? Брат, кажется, ну, вообще должна быть. Я, блядь, знаю новые технологии, блядь. Нету. Хорошо, что ее нету, знаешь. Я свой вырубил, нахуй. Я тоже вырубил. Через неделю должна прийти Лехе. Ебать, так быстро? Да, это очень хорошо. А сколько ты уже ждешь? Леха, сколько ты ждешь? Лех, если тебе нужно что-то по М3, вот к Сэму можешь обращаться смело, брат. Че за трек? А. Ну ему прям две недели он ждет. Ебать, за месяц.
Да, еще день. Сейчас видишь, нету выходных, нихуя, понял. Сейчас все равно не тот, не то количество автобусов. Не, брат, у него машина не новая. Она там, не знаю, можно говорить, нельзя там. Короче, ну, небольшой пробег есть. Отличная машина, бро. Я думал, на ручке будет. Не, брат, какая ручка? Я бы заказал ручку. Ну, строй, пишет, отличная машина сжигает. Блин, хотел сказать спасибо. Ах, бля, ебать. Это что здесь делает? Монитор. Тамару тебе изменяет. Сарапка. Засадил бы? В машине, да. Молодец, блядь, неплохо ходишь от вопроса, братишка, блядь. На опыте, да ты, блядь? Гандбольная ты команда. А сколько времени ты будешь 2000 км вот так вот? А, брать? Там иди нахуй, не знаю. Как он сгорел. Бля, как вам нравится, когда не меня хуесосят, так охуенно, блядь. Заткнись нахуй, блядь. Чего ты хочешь, блядь? Я тихо сижу, брат. Заебались, как я ебу, блядь, сейчас сяду в фрон, поеду, блядь. Давай за сутки можно это сделать. Кондей, включим и посмотрим, фреон как германский пахнет. Я не умею это делать. Бля, меня что здесь, ну, вот так на рельсах оставили? Бля, мне вот это нравится, волна. А у Ренго попросил сделать чуть поменьше, потому что очень жарко мне. О, блядь, стоит 19. Синк включил так ее. А я включил, потому что он вырубился. А вот здесь что, вентиляция? Охуеть, здесь показывает куда, понял? Динамичный его, да? Типа и вверх-вниз будет. Да. Между номеров нету? Да, похуй. Ой, нет, не, похуй, конечно, брат, просто аккуратней. Так, Лех, да, Лех, обкатка, брат. Бля, брат, ну она мягкая. Кстати, у тебя не так сильно арки шумят. Заметил? Подожди, я на грязь не наезжал пока. Ну, может быть, из-за того, что немецкая сборка новая 23-го года. Не бы не кэш даваться. Не бы не кэш даваться. Бля, она какая ебучка, брат. Да, воды надо зацепить где-то, брат. Может, маг поедем? Или в машине не хочется выходить, брат. Или выйдем, блядь, выйдем. Езжай в Сареру. Возьми, нет, возьми новых людей, персонажей. Круг дай с ними. Тамара пусть сидит. Погнали. Засади ей, братишка. Пацаны, новую М3 купили, как вам? Охуительны? Ты реально пахан кринжа, брат, бля, буду. Сосёшь, бля. Пахан кринжа, клянусь, брат. На 21 век на улице кринж рулит, ёлку. Ах ты. Бах! Ереван из Москвы. Просто 85 пробега, просто. Ну уже, бля, ну она уже БУ, блядь, 91. 91 уже, бля. Бах, бля. Сейчас скоро будет КГА. Но мне надо будет по-любому, брат, её в городе тоже обкатывать. Да. Тормоза, руловой. Сейчас не пойму, у меня руль в комфорте или нет? Еще настраивать, прямо надо. О, вот. Двигатель, шасси, рулевая, тормоз. Тормоз тоже можно в спорт кидать, охуеть. Да. А у Равша есть это? Вау, бля. Вот под это надо дать, брат. Долбой, смотри. 4 километра тихо смог проехать. Я 2 отвечаю. Сабр нету, да? Просто скорость переключай наоборот, все. Управляет трек. Бля, ебучие светофоры нахуй. Им не сутки подобрать легче. Держи мой клуб своими крепче. А вот пропускает ее, брат. Нихуя она себе. Она очень гургули смотрится, брат. Брат, ебанутая она, брат. Я еще Энджела поставил. Видно было? Бля, ей надо в Турцию поехать. Бля, просто вот это... Да, там путаешься, да? Блядь, что это? Где нормальная мужчинская тема? Вот это, Херт, Херт. Первый ангел, второй, блядь. Энджелы, как вы, блядь? Здесь хуй память. Ауто, блядь. Сидишь, как долбоёб, где ты ищешь, блядь? Оу, я постарел, брат. Раньше за 200 секунд разобрался. На кудуре тачки просто, братишка. Это такая, понял, что такая пепсикольная машина, блядь. Проверка, блядь. Во, блядь. Мать руловая, брат. Все четко, друзьяшки. Савид с Ура, покажи. С Ура? Что такое с Ура? Я тоже не знаю. Не, за руль нельзя вас, пацаны. А, с руля? Да, последний вариант. Могу вот так просто показать. Я потом сделаю. Опять вы меня пропускают. Ох, она хард сделала на переключении. Бля, с такой машиной можно, знаешь, блядь. Дай крепление сделаю на лицо. Давай. На лице крепление, вот. Вот раз рука, братья, вот вторая. У меня две руки, да? Вот автопилот. Хард, хард, так делаешь. Сейчас хочу музыку прибавить, да? Вот так, да, прибавлю. А уж кому-то надо здесь сюда, да? Будка надо дать ей, брат. Без будки вообще кому-то не могу ехать. Балдеть, за татуировку поправляет, конечно. Да, да. Да, я этого ждал. О, бля, хорошо было, ёбана. Брат, у меня капот нормальный? Чё, с дырками? Да. Курдули. Да, просто я не знаю, другой есть? С дырками, как у Равшана, ну. В Питере семья. Бать огромная, брат. Ты
Ты, в смысле, можешь, понял? Допустим, Сочи, понял, прям в Америку ебануть. И все будет видно в одном. Смотри, смотри, снимай, смотри. Смотри, снимай. Посигнай, посигнай. Не, он по телефону разговаривает. Ох, у меня еще нас снимает. Здорово, здорово. Снег пошел, шма. Бро, у тебя спидометр не работает. Бля, она... Ебать, красиво. Бля, я вот думал, этот уебищный монитор, но он пиздец как... Знаешь, как вот, ты понимаешь, что ты сидишь в Ресте, понял, сходу. Ты сидишь в новой тачке, в целом. Брат, я тоже так думал, что он хуйня. Но, брат, время идет, приходится под новое подстраиваться. Да, хочешь не хочешь, будешь терпеть, братишка. А как воняет новые машины, брат. Это мои другие, мне... бро. Проверь, есть тут кассета или нет, брат? Где не должно быть. Ну, проверь еще раз, на всякий, чтобы я подлитовал еще раз. Нету? Охуеть, нет. Блять, сука, нахуй ты. Я в самолете, я буду в полете. Сейчас один запах поставлю сюда, все поправить. А, пока, не пока надо, оставить, знаешь, пока да, не да, надо, да, пусть да, будет да. Этот свежий запах. Пшика бабахать будет. Бля, Рина, твою машину надо оставить мне теперь. Я теперь не могу без себя, брат. У меня сердце болит, когда у тебя машина. Да ты бля, мне приснилось, что я с ментами кипишу, брат. За рукой. Только что проснулся, что я уже на машине, меня остановит гаишник, я со стримом. Я говорю, хлеб, не видишь, со стримом. Ну, подожди, со стримом, ну ты что, ебать? Ебать, у кого? У Макара трек новый, я горю, как горела М5 в поле. Поклянись. Что за Макар? А, Макар, я думал, Макар. Езжай, ну. Блядь, обосрался, увидел, блядь, машину не заберу, попался. А вот это надо по-любому. Гигабайта надо. Вот она. А что, она тоже нету, брат, его машин достать. Ага, вот АКшка тоже в городе. На этот боевой клуб, блядь, и Краснодар. Шейхи Краснодара. Ау, ебать, как смотрится, брат. А у АКшки интересная реакция. Подожди, подожди. Двери аккуратно, друзья. Мы с Тамарой открываем спокойно. Бля, пока непонятно, понял? Пока просто ты едешь на машине, непонятно. Да, пока это овощ, брат. Да. Пока это 2 литра. Акяшка! Я лала, нахуй. Салам алейкум. Насасан, окей. Куне? Пистолет. А баба? Нет. Чит бак кайф, мой друг. Здорово, брат. Вооружен, брат. Поздравляю. Спасибо, брат. Бля, поздравляю. Спасибо. Как тебе, брат? Вот эта ширина, это пиздец, да? Бля, я только ради этого машину закрыли. Что на закрыли. 80, что на да, 80. Да, да. Гранд Авто делает, да? Это же. CM3. А я хочу VM5. О, прикинь, какой на БК. Бля, он как ради... Вы только об этом думаете, бля. Давай, идите катайтесь сейчас, следующий. Давай, а вас, Гио, давай с машину. На. Там бутылок это сделал. Что? Да, доставку.